მოგესალმებით. დღეს შესაძლებლობა გვაქვს გავისაუბროთ ბატონ ეფრაიმ ტანხილს, პროფესიონალი იურისტი, საქართველოს ისრაელში ცნობილი ადვოკატი, რომელთა თანამშრომლობამ ბევრ ჩვენს თანამოგვის ისრაელში ლეგალურად ცხოვრების საშუალება მისცა. მოგესალმებით ბატონ ეფრაიმ, თქვენ უკვე გიცნობენ საქართველოში, თქვენ არაერთ ჩვენს თანამოქალაქეს დაეხმარეთ ისრაელში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებაში. საქართველოში თქვენი ამჟამინდელი ვიზიტით საქმიანია. მადლობა იმისათვის, რომ გამონახე დრო ჩვენთან სასაუბროდ. ჩვენს ერთ-ერთ პოპულარულ გაზეთში დაიბეჭდა თქვენთან ინტერვიუ, სადაც ბევრ მეტად საინტერესო თემაზე ჰქონდათ საუბარი, მაგალითად იმაზე, თუ რა საფრთხე ემუქრებათ ისრაელში საქართველოს მოქალაქეებს, თუ ისინი ნებსი თუ უნებლიეთ არალეგალებად იქცნენ. გვითხარით რამოდენიმე სიტყვით, თუ როგორ შეიძლება მათი დახმარება, რათა არ მოხდეს მათი დეპორტაცია. Большое спасибо за то, что нашли время для того, чтобы сделать это интервью. Я думаю, это будет очень важно для ваших зрителей, наших слушателей, потому что очень много граждан Грузии за последнее время приехали в Израиль, и многие из них просят статуса беженца в Израиле. Безусловно, они приехали туда по разным причинам. Есть некоторые, которые приехали по экономическим соображениям, но есть также те, которые в самом деле имеют основания просить у правительства Израиля статуса беженца, так как они преследуемы на своей родине, в Грузии, по разным причинам. В частности, многие из моих клиентов, которых я сопровождаю юридически в Израиле, и в судах, и в Министерстве внутренних дел, они говорят о том, что они преследуются по политическим соображениям здесь, в Грузии, так как они являются частью оппозиционного национального движения. И они в свое время, когда национальное движение было у власти, были очень активными участниками этого движения. Тогда, когда оно перешло в оппозицию, со стороны власти нынешней, которая поменялась и пришла к власти сегодня, они чувствуют политическое преследование, и они чувствуют, что они не могут продолжать заниматься политической деятельностью в Грузии, так как они занимались раньше. И в частности, есть такие истории, которые рассказывают мне мои клиенты, что вплоть до того доходит дело, что людям реально есть угроза их жизни, что им звонят какие-то странные люди, к ним приходят какие-то странные люди, которые говорят, если ты будешь продолжать заниматься политической деятельностью, то можешь попрощаться со своей жизнью, их встречают какие-то люди в темных подъездах с оружием и угрожают им. То есть происходят какие-то вещи, которые люди говорят, мы не можем дальше так продолжать здесь жить, мы боимся за свою жизнь, мы боимся за жизнь наших семей, наших детей. И поэтому люди такие вынуждены уехать в другую страну, в частности в Израиль, для того, чтобы они просто могли нормально существовать, нормально жить и не бояться за то, что завтра что-то может произойти вместе с ними, и их жизнь на этом оборвется. Поэтому я не знаю, какое количество или какой процент из тех людей, которые приехали в Израиль из Грузии, они именно такого рода люди, которые в самом деле бегут от преследований в своей стране. Но судя по моим клиентам, которые у меня есть, я вижу, что этот процент довольно большой. Юристы в статистике сенит гиквар саубари заинтересован. Рамона цемес плос Исраэлис мосахлеобис регистрации сада миграции самбартору сакартолдан часу туристебзе. Проблема с девнили статус из мигабис тронит, мимарте сахенцепо сатанадо органуэбс. На сегодняшний день, по статистике Министерства внутренних дел, около 16 тысяч граждан Грузии за последние несколько лет подали просьбу о статусе беженца. И я бы сказал, что это довольно большая цифра для государства Израиль. Настолько большая, что Министерство внутренних дел, тот отдел, который занимается приемом таких просьб, как бы их штат не увеличился за последнее время. Из-за наплыва, такого наплыва большого людей и из Грузии, и еще и из Украины в последнее время, этот штат перестал справляться с наплывом людей, с приемом заявлений, до такой степени, что туда попасть, чтобы даже подать просьбу на статус беженца в последние где-то полгода просто физически невозможно. Поэтому если человек не действует через адвоката, и адвокат не помогает ему этого сделать, человек самостоятельно сделать этого просто не может. Поэтому, исходя из такой цифры большой, 16 тысяч, я могу сказать, что на сегодняшний день, сколько мне известно, ни один из этих людей, которые подали на статус беженца, их не получил. Более того, начиная с конца 2017 года, где-то середины 2017 года, правительством Израиля было принято решение о том, что Грузия является безопасной страной,
И поэтому те люди, которые подавали на статус беженца и не могут аргументированно доказать, что они в самом деле преследуются в своей стране, проходят по так называемой ускоренной процедуре. Что такое ускоренная процедура? Это означает, что люди, которые подают на статус беженца сегодня, ну, грубо говоря, в течение недели получают отказ. И это означает, что опять в течение недели они обязаны в течение 7 дней покинуть Израиль. И если они его не покидают, они становятся нелегально пребывающими в стране, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иммиграционная полиция в Израиле очень сильно смотрит за тем, чтобы таких людей, которые нелегально пребывают в стране, было как можно меньше, поэтому их ловят, их сажают в иммиграционную тюрьму. После того, как люди отсидели в иммиграционной тюрьме около месяца, их депортируют обратно в Грузию. И это означает, что потом такие сведения могут передаваться и в Евросоюз, и в Соединенные Штаты. То есть такой человек становится невъездным никуда. Кроме того, что в Израиль он просто практически не может больше въехать никогда. Ეს გასაგებია, მე მაინტერესებს მაგალითად შაშა 2017 წელს, როგორც თქვენ ძალით 16000 საქართველოს მოქალაქემ მიმართა ისრაელის სახელმწიფოს, რომელმა მიიღო ესე იგი ეს სტატუსი, რასაც ქვია სტოლის სტატუსი. Да, как я уже сказал, ни один человек не получил его ни в 17-м, ни в 16-м, ни в 15-м, вообще ни разу ни один гражданин Грузии такого статуса не получил. Почему? Потому что, во-первых, процедура рассмотрения такого заявления, она достаточно длительная. Иногда она занимает несколько лет. Это раз. Второе. Человек, который подает на статус беженца, он должен аргументировать с документами в руках. И у него должна быть четкая и отлаженная история о том, с чего все начиналось и к чему все пришло. И он должен, проходя интервью, собеседование с представителями управления по регистрации и народонаселению, доказать, что в самом деле на его родине его преследуют, и что существует опасность того, что если он вернется на свою родину, он будет преследован, он будет преследоваться дальше, и есть угроза реальной его жизни. Хочу отметить, что вообще предоставление статуса беженца, либо в частности статуса беженца, оно не просто декларативное, оно основано на том, что это международная конвенция о правах беженцев, которую подписала и Грузия, и Израиль, и другие страны. И это означает, что та страна, которая подписала конвенцию о правах беженцев, она обязана ее соблюдать, принимать заявление о том, чтобы человек получил право на то, чтобы оставаться в стране в качестве беженца. Но страна для того, чтобы предоставить такой статус, должна быть уверена в том, что человек в самом деле преследуется. Это означает, что человек должен это доказать с аргументами и документами в руках. Тумца, Каргахания, 100 миллионов, Сахартунус, Мухалакеби, Исраильский час, Азрита, Двера, Херхебен, Тату, Адре, Чамусули, Часули, Просоли, Адевнили, Бисаргебл, Джерри, Грату, Дебул, Тетри, Шемдег, Лурч, Сабутеби, там же, Сахартунус, Мухалакеби, Твит, Юрист, Чарли, Шемтковаш, Миси, Мига, Миса, Шолебас, Мухлебуни, Ариен. Расахис, Мухалакебас, Тавазот, Легалурат, Хоребис, Псурвелес, Доблевец, Пломат, Ариен, Исраильский. Как я уже говорил ранее, я хочу еще раз это подчеркнуть, потому что это важно. С некоторых пор, где-то с середины прошлого года, 2017-го, Израиль ввел так называемую ускоренную процедуру рассмотрения документов для граждан Грузии, которые просили статус беженца на территории Израиля. Что это означает? Еще раз. Ускоренная процедура, она для людей, которые просят статус беженца и не могут аргументировать свою просьбу. У них нет на руках никаких документов, доказывающих, что они принадлежали какой-то политической структуре, либо что они преследовались каким-то образом. Они не могут обосновать свою историю, которую они рассказывают. Во время прохождения собеседования с представителями Министерства внутренних дел они путаются в своих показаниях, и они начинают рассказывать сначала одно, потом переходят на другое, либо предоставляют так называемые экономические причины своего отъезда. Кто-то взял суду и не может ее отдать, кто-то не может найти работу, потому что он ее потерял, кому-то мало денег платят здесь в Грузии, поэтому он хочет найти другое место. Некоторые говорят, что мы приехали в Израиль, потому что Израиль святая страна, и мы хотим быть в святой стране. То есть любые аргументы, они не подходят под статус беженца, потому что, еще раз говорю, статус беженца – это очень четкая процедура, которая описана в конвенции, Международной конвенции о правах беженца,
Поэтому статус беженца могут получить только люди, которые могут доказать принадлежность политической структуре и могут доказать, что они преследуемы из-за того, что они являются членами политической структуры, либо они являются гонимыми каким-то этнической группой в рамках какой-то страны, либо они преследуются по религиозному признаку какому-то. Если человек не может доказать одно вот из этих направлений, что и у него есть какое-то преследование, такому человеку всегда будет отказано в статусе беженца. Поэтому те граждане Грузии, которые просят неаргументированно для предоставления им статуса беженца, им отказывают очень быстро. В течение недели они получают отказ, и в течение недели они обязаны покинуть государство Израиль для того, чтобы не оказаться нелегалом. Какую услугу предоставляю я? Если ко мне приходит потенциальный клиент и рассказывает мне свою историю, я вижу в этой истории в самом деле, что человек преследуется. Я вижу из его рассказа, и исходя из тех документов, которые он мне кладет на стол, либо он говорит, что потенциально у него есть эти документы где-то, и кто-то может ему их сюда прислать, тогда я такому человеку говорю: знаешь, дорогой мой друг, мы можем идти в Министерство внутренних дел, потому что я вижу, что твоя история, она аргументирована, ты можешь документально ее подтвердить, ты можешь ее документально защитить во время собеседования с представителем Министерства внутренних дел, и это означает, что у нас есть шанс. И тогда с такими людьми мы начинаем работать. То есть я начинаю работать с людьми, у которых есть что предоставить, у которых есть аргументированная база и доказательная база, когда они могут принести ее в МВД и показать: смотрите, я не просто говорю слова, за моими словами есть что-то, что я могу доказать. Тогда мы начинаем эту процедуру, и тогда эта процедура и уже является неускоренной, и это очень важно подчеркнуть, тогда процедура начинает быть нормальной процедурой рассмотрения, которая длится, как я уже сказал, иногда годами, что позволяет такому гражданину Грузии легально находиться в Израиле до момента принятия решения по его просьбе. Поэтому каким образом дальше будет происходить ситуация, мы никогда не знаем. У людей бывает иногда складываются разные обстоятельства. Кто-то в течение этих 2, 3, 4 лет, пока он там находится, он говорит: знаете, я уже хочу вернуться в Грузию, потому что я соскучился, там моя семья, и я больше не могу находиться здесь. Кто-то говорит: уже ситуация поменялась, я уже могу вернуться, мне ничего не угрожает. Поэтому бывают очень разные ситуации, но я хочу еще раз сказать, что возможно людям помочь, возможно ситуацию решить, но необходимо иметь доказательную базу для того, чтобы можно было что-то говорить в МВД и подтвердить свою версию. Им чем тху ваши родца, сакартулос мукалаке, бицарадгене, амату им дамамки цебл документ, родца, ისინი იზოლებულები არიან წავიდნენ საქართველოს დატოვონ საქართველოს ამ შემთხვევაში რამდენად ადვილია ან უფრო რამდენად რთულია სტატუსის მიღება ისრაელში я бы сказал что наличие документов является главной причиной, чтобы вообще на этот статус беженца подавать, потому что если документов нет изначально, то я бы такому человеку не рекомендовал подавать документы на статус беженца вообще, потому что получение такого статуса или даже рассмотрение этого заявления является ничтожным. То есть такое заявление просто никто не будет рассматривать. Я говорю о том, что если есть документы, если вообще есть чем идти в Министерство внутренних дел и там разговаривать о чем-то, это, безусловно, очень сложная процедура. Я бы сказал, что она очень сложна психологически, потому что, еще раз говорю, такому человеку, который подает заявление, кроме того, что нужно подготовить бумаги, подготовить их правильно, я подчеркиваю, правильно написать, правильно подать, потому что каждое слово, которое там написано, это как свидетельские показания в суде, которые потом никак нельзя изменить, и никак нельзя их стереть и сказать: знаете, я ошибся, я забыл, я не помню, и так далее. Люди, которые делают это без адвоката, они не понимают элементарных юридических процедур, которые необходимо пройти. Они думают, что мы просто подали бумажку, и если потом мы хотим ее забрать, мы всегда можем ее забрать. Это не так, и особенно это не так в Израиле. Поэтому я не знаю, каким образом эта ситуация происходит в Грузии, но в Израиле это точно не так.
Поэтому дальше я хочу вам сказать, что когда мы уже подали это заявление, это, безусловно, психологическая процедура, которая длится довольно долго. Человек должен быть подготовлен морально и психологически к тому, чтобы проходить собеседование. Это очень сложно. Они иногда длятся по 5, по 6, по 7 часов. И выдержать это человеку неподготовленному морально и психологически очень сложно. Люди ломаются. И даже у тех, у которых в самом деле есть причина просить статус беженца, они уже говорят, нам ничего не надо, мы хотим отсюда уйти. Поэтому людей нужно готовить к этому, людей нужно настраивать на позитивное решение вопроса, и когда они позитивно настроены, это всегда заканчивается хорошо. Потом я прям хомара пристегнула тысятис, румлис гаршему шекитва ардамисуамс, да, полушекитва шестателебелия туара, амтебис гаурцова, ткен самшомлоши, израилши. Сада цикнеба азри, титко сакартулоши, политикули диштит, аридеунебриян. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что это интервью, которое сегодня я даю, это очень важная вещь. И также вот это интервью, которое было опубликовано в вашей газете здесь, в Грузии. Я очень надеюсь, что информация об этом разойдется еще шире, потому что чем более широко поднимается эта информация средствами массовой информации здесь, и печатается в газетах, в интернете, на телевидении, на радио, тем больше об этом также будут знать в Израиле. Потому что в Израиле, к сожалению, существует такое мнение, что никаких преследований в Грузии нет, никто никаким преследованием не подвергается, что Грузия свободная демократическая страна, и что в Грузии все уже давным-давно хорошо. И поэтому люди, которые приезжают туда, они просто лгуны, и что они просто хотят облагать свою страну и свою родину. Но то, с чем я сталкиваюсь, люди, которые приходят ко мне, то, что я вижу, что они не хотят облагать свою родину, они наоборот говорят о том, что мы очень любим Грузию, мы хотим вернуться в Грузию, мы не хотим жить в Израиле всю жизнь, мы хотим просто переждать какое-то время, когда ситуация изменится, мы, конечно, вернемся к нашим семьям, мы, конечно, вернемся на нашу родину в Грузию, потому что мы любим эту страну, потому что мы выросли в этой стране, потому что мы говорим на грузинском языке. Поэтому самое важное для этих людей – иметь ощущение безопасности. Когда эти люди не имеют ощущения безопасности, я думаю, что для любого человека, где бы он ни находился, где бы он ни родился, очень сложно жить, работать, и творить, и делать что-нибудь, потому что такой человек не свободен в своих действиях. Поэтому эти люди с удовольствием вернутся на свою родину в любой момент, когда они будут знать, что здесь безопасно, что они всегда могут здесь быть, что они не будут бояться за жизнь своих родных, своих детей, своих родителей, своих близких, что они смогут здесь работать и жить дальше. Это первое. Второе, то, что я хотел бы сказать тем людям, которые, возможно, слышат нас в Израиле, и те, которые слышат нас в Грузии. Я знаю, что есть много людей, живущих здесь в Грузии, которые знают многих, которые находятся в Израиле. Они могут передать им эту информацию. То есть, чем больше вы будете говорить о том, что происходит на самом деле, я имею в виду тех людей, которые в самом деле преследуются здесь, не по экономическим причинам, а по политическим, религиозным, этническим, не знаю, по любым из тех, которых я перечислил, вы можете найти защиту в Израиле, если вы на самом деле обратитесь к профессиональному адвокату, который сможет в юридическом плане вам помочь, сопровождать вас в течение вот этих собеседований в Министерстве внутренних дел. Если необходимо идти в суд, значит, надо идти в суд. Суд в Израиле, я не знаю, каким образом это происходит в Грузии, но суд в Израиле, если вы туда приходите, вы можете рассчитывать на то, что ваше дело будет как бы судиться по справедливости. Поэтому если приводятся аргументы, и человек приходит с документами, с аргументами в суд, он может рассчитывать, что этот суд будет справедливым в его пользу. Поэтому всегда, когда человек имеет что-то на руках, какие-то аргументы, с которыми он может прийти и говорить, и защищать свои права, я всегда всем советую защищать свои права, идти до конца, не опускать руки, не останавливаться на том, что у вас есть сегодня. Знайте, что как бы закон на вашей стороне, и вы можете всегда обратиться к профессиональному человеку, к профессиональному адвокату, который сумеет подготовить вас, подготовить документы, которые есть у вас на руках, каким образом представить их, каким образом, чтобы они были рассмотрены так, чтобы это всегда было в вашу пользу, и тогда самый лучший вариант будет у вас.
Поэтому мой совет – не опускать руки, не сдаваться, идти до конца. Идем от Халубурбеси Мадлуба, да, Гемшуй Добобит, и сразу же Шахмадрам. Спасибо вам, всего доброго.